морепродукты? Ну такую же. Говядина, по-моему, морепродукты. Она самая вкусная, ну, как бы там по составу, если смотри. Не, ну она. И ну, цена-то у всех одинаково, понятно. Что-то вот удобно пихало пить здесь. Что, много? Не знаю, что там. Ну то был. Больно. Блять. Че ты сломать не можешь? Ты, блядь, дубину такие пиздец. Да нормально. Что-то она опять этого кунжута мне накидала. Так он идет с кунжутом. Там опять та же готовит. А я не понял, кто в прошлый раз. Она, по-моему, не меняется там нифига. Нет, меняется там, наверное, две штуки, они у них так же, два через два. Да? Угу. Ну, девочка, которая принимает заказы, я ее знаю. Она к нам ходила. Что-то вообще... Жесть. О, мой любимый. А где креветки-то? Все, соус, я так поняла, на дно сначала она кладет, а потом сверху лапшой заливает. Вон она. Мясо. Где мои креветки-то, блядь? Оле. На дне еще. Я тогда тоже в прошлый раз искала, а потом нашла их там. О, вот она. Прекрасная. Ничего не острое. А у них один тот же соус. Нет, мы заказывали в острое. А. Да, с креветками в этот раз напряг. Как они называются? Кто? Ну, эта компания. Ой, я не знаю. Засуши-маркет или засушись, что-нибудь такое. Засушись? Нет? Просушись. А другие мы и не пробовали, да? Нет. А другая что, просто с курицей? Не, ну удобно за эти деньги. Что получается, 100? 110, да? 120 без палочки. Блин, палочки там. 244, по-моему. По 2 рубля, по-моему, пачка. Блять, не острое. В тот раз острое было. Я забыла сказать острое. Такой сладкий получился. Нам надо вообще с тобой свой соус возить сюда. Угу. Да? Чили взять. Что-то явно пожалели. Не, а креветок вообще всего 2 штуки. Такая вот. Вторая, блядь. Угу. Зато лапши куча. Это сладкое получилось. Не, ну она все равно вкусная штучка. Надо еще с этим, с рисом попробовать. Что-нибудь, да? А там есть с рисом разве? Третья. Нифига себе. Она тоже будет третья. Она обжарилась просто, наверное. С говном сжарилась. Вкуснее будет. Ну ты пить и портишь. Ой. Хотя он взял и испортился. Ну да. Короче, всем советуем, рекомендуем. Только берите острое. Гораздо вкуснее. Это что-то какое-то сладенькое. За 120 рублей перекус вообще нормальный. Всем рекомендуем. Ты что надеешься? Да, там по 3 штучки. Вау. Это мясо. Street food.